Ян, главный тренер говорил, что у Фенербахче будет преимущество в том, что у них не было такого большого перерыва. Игра показала, что действительно не хватало игрового тонуса. Я думаю, что мы готовились, у нас же было время подготовиться, так что я думаю, что все хватало, но проиграли, так что сейчас здесь вторая игра перед нами, так что надо готовиться и вот сравнять счет. Но результат позволяет надеяться дальше? Почему? Да, это же футбол, все может произойти. Как они выиграли, почему мы не можем выиграть? Конечно, можем выиграть. Ян, физически показалось, что уже в первом тайме Локомотив начал немножко отставать, так скажем, от Фенербахче. Действительно ли уже силы начали немного покидать в первом тайме? Да нет, какие силы, как можно покидать футболиста, когда готовится два месяца просто. Нам надо было играть просто более уверенно, и вот этого чуть-чуть не хватало. Я думаю, что на второй игре пойдем по-другому. Чего не хватало в атаке? Потому что в атаке было видно, что ну, не клеится пока. Может быть, там чуть не клеил, потому что Шкуля был один впереди, да, и как-то не наладилась игра. Ну, ничего страшного, просто надо посмотреть ошибки, надо подумать, что-нибудь придумать на Фенербахче.